Центральный парк Новосибирска сегодня захватили бойцы Национальной гвардии. У военных профессиональный праздник, а значит, по традиции, солдатская каша и торжественное построение и показательные выступления. Сотрудники Росгвардии отмечают праздник с размахом. Показательные выступления, патриотические песни, выставки оружия и техники. Воспитанники военно-патриотического клуба, несмотря на юный возраст, уже ловко управляются с автоматами и хладнокровно воспринимают взрывы в метре от себя. Я горд за свою страну, горд за наших военных, за Росгвардию, за Национальную гвардию и тому подобное. Сегодня на празднике мы наблюдали, как наши ребята исполняли рукопашные приемы, отрабатывали технику военную, показывали все это нам. Замечательные девушки пели, парни тоже пели военные. Сегодня вспоминают заслуги ветеранов. В парке установили палатку, где они смогли встретиться с однополчанами и отведать солдатской каши. А на мемориале воинам-сибирякам возлагают цветы в память о погибших. Каждая структура имеет свой праздник. И мы в этот день больше делаем его для ветеранов, для встречи с однополчанами, со служивцами. Этот праздник уже ждут ветераны. И они готовы сегодня с нами поделиться, чем они занимаются, а мы рассказать о наших успехах, в том числе и проблемах небольших с ветеранами поговорим. 27 марта для большинства бойцов Росгвардии официальный выходной. Уже завтра они снова заступят на дежурство. Дмитрий Антипов и Алексей Погудин. Новости ОТС.